Мои дорогие подписчики, вы на канале Вотчина семьи Евтушок. И вот у нас наступила весна, и опрокинулись наши подснежнички. Подснежники и крокусы. Если будет у нас такая хорошая погодка, еще какую-то пару дней, и будет у нас все здесь цвести. Здорово. Наши. Наши подснежники. И вот еще из-под снега видать. А также смотрю, у меня проткнулись пионы. Если вы знаете, как их правильно выращивать, потому что их посадила, и уже шестой год они у меня просто не цветут. Расти они у меня растут, а цвета у меня нету. Так что буду ждать ваших комментариев и ваших советов. Посадила я в том году крыжовник. И он у меня благополучно принялся. Я очень рада. Брала, кстати, у бабулек на рынке. Честно, думала, ничего не получится, потому что тоже сажу не первый год и никакого ни урожая, ни результата не видела. Слава Богу, вижу, почки наполняются, появляются почечки наши. Также черная смородина, смотрю, тоже пустила новые веточки. Будет расти. Здорово. И вот еще одна. Значит, пойдут. Раз они принялись, значит, у меня будет в этом году урожай. А это я смотрю, она у меня... Да нет, не сухая. Метет! Метет. Здесь были мои подснежники, теперь... Тут куча снега. Ужас. Так замело все. Ужас. Все в снегу. Это же кошмар. Это все растает. Это будет у меня все в огороде. Ой. Да, весна в этом году нас не радует. Весна нас не радует, а вот курочки радуют. Первое яичко, которое я нашла в курятничке. Наверное, все-таки тот корм действует. Будем смотреть дальше. Что? Алясками? Аляска! Это так замело нас за ночь. Ого, слой снега. Подожди. Да я слой снега. Сейчас. Погано видно. Обалдеть. Пробраться. Боже, как пробраться к сараю. Это мы выкачиваем септика. Все засыпало снегом. Вот таким слоем снега, чтобы хорошо было видно. Вот где-то примерно. Вот если смотреть, то вот мне по колено была закопана труба, засыпана снегом. И мы ее и выкачиваем вот шлангом. Потому что все примерзло. Вот вам и 17 марта 2018 года. Весна нас очень радует, не хочет уходить. Зима. Они, наверное, поменялись с февралем. Лютует февраль. Холодно, еще будет недельку у нас холодно и пойдет на потепление. К Пасхе, я думаю, у нас будет все тепло. Тепло.
Всем спасибо, всем до свидания.